Всем привет, с вами Гунки, и сегодня я расскажу, как сделать такой же ган-эффект, как в моем ролике Roxane. Делать мы это будем в программе After Effects. Далее закидываем наш видос, на котором будем делать ган-эффект. Вот такой у меня есть момент. На этом моменте я обрезаю, и вот на этом куске я буду делать все эффекты. Так, сразу я дублирую эту дорожку, далее я выбираю эффект AirTabrush, выделяю свой верхний слой, кликаю два раза по экрану, и мы начинаем выделять, собственно, наш пистолет. Теперь нам нужно дважды продублировать этот слой. Далее переходим в эффект, ищем эффект Find Edges. Вот, нажимаем здесь Invert, дальше переходим в Levels, я его вот так настрою. После накидываем эффект Cloud Psycho, здесь вы можете просто скопировать настройки, как у меня. После накидываем Deep Glow и ставим режим наложения Screen. Собственно, верхняя часть у нас уже готова. Здесь мы можем с первого скопировать наш эффект S Cloud Psycho, чтобы у нас были такие же настройки. Далее мы накидываем также Find Edges. Еще раз накидываем Levels. Настраиваем его примерно вот так вот. На нижний слой закидываем эффект Turbulent Displacement. Теперь нам нужно это проанимировать, чтобы у нас не смотрелось это все статично. Нажимаем на часики, где Size. В самом конце куска ставим на 9. После закидываем War Bubble и повторяем все как на видео. Нужно проанимировать амплитуду. Нажимаем на амплитуде часики. Идем в конец нашего куска и уменьшаем, до 120 давайте. В конце снова накидываем Deep Glow и размучиваем эти два слоя. На этом все, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, подписывайтесь на инсту по ссылочке в описании. Всем пока.